И еще добавить хотел, коллеги, но надо, ну, чтобы вы в курсе были. Если раньше крымчане имели льготы определенные, то есть у них были, ну, особый, так сказать, порядок. Особый порядок приема и поступления, то в этом году Крым, или точнее крымские граждане, поступают на общее основание, как все россияне. Недавно только пришел приказ по этому поводу.